Опять ты бухал. Как ты сюда забрался-то? Скажи мне. Все, хорош. Вообще. Это было красиво. Воздух, мать твою, воздух. Танк, ёб твою мать. Он сдох. А, танк все, взорвал. Куда он исчез? Это какая-то новая разработка, что ли? Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами GTA 5. Итак, у Тревора у нас, по-моему, осталось, короче... Давайте зайдем. Два задания у него, кстати. Вроде как оставалось одно, но... Тут показано два. Давайте взглянем. Мы еще не прошли, короче, бойню, и... А, ну, в принципе, и получается. Бойня... Опять бухал. Опять ты бухал. Ну сколько ж можно-то? Если даже шлюха не может удержать себя до утра, то кому вообще можно доверять в этом мире? Действительно. Так, снова опять подходняк, опять пьяный. Окей, пока он отходит, короче, давай взглянем на карту. У нас, смотри, есть Найджел появился, кстати говоря. И сюжетное задание. И бойня. Ну от бойни мы так далеко. Мы хотели, короче, тогда я планировал... перед Майклом пройти бойню, но что-то я и забыл, короче, и мы перешли сразу к Майклу и забили хрен на бойню. Ну, я думаю, блин, далековато, мне впадло ехать, короче, пускай пока висит, мы пойдем к Найджелу. Окей. Надо найти точилу свою. Как ты сюда забрался-то? А? Скажи мне. Как забрался, так и вылезет. Так. Да все, отходи, хорош. Вон тачка. Вон твоя тачка. Все, хорош. Все, не протрезвел еще? С такой высоты-то попадать. Не протрезвел еще? Во, вроде отошел. Вроде хорошо стало. Так, окей, поехали. Поедем на своей точили. Не будем. Не будем ничего красть. Потом, может быть, возможно. Ну вот какого хера ты повернул? Ублюдок. Стоял. Как только я начал мимо проезжать, он повернул. Вот тут ирок, а? Вот тут ирок. Посмотрим, что для нас приготовил снова Найджел. Какую звезду мы на этот раз будем бить или еще что-нибудь красть. Так, вот здесь. Овчинка выделки не стоит. Ну ладно. Он сам напросился. Что же он все время ноет? Ох уж эти знаменитости. Да уж, нам не чита. Но ты-то у нас не такой джок. Может, купишь ему его любимую пиццу? Нет. Тогда я не знаю, что с ним сделать. Он не ел уже несколько дней. Ты похитил звезду большого экрана, не так ли? Теперь ты можешь либо выбросить его где-нибудь и надеяться, что мы запугали его достаточно, чтобы он молчал, либо отправить его в путешествие в один конец. О, путешествие-то так здорово. Боже милосердный, что за морока? Тяжелый выбор. Может, ты сам все решишь, Джок? Садись в автомобиль. Ну, короче, вся пыльная работа достается, как всегда, Тревору. Так, и как это вы тут припарковались? Вы через одну дверь, что ли, выходили? Оба-два. Ну ладно, поехали. Так, доберитесь до железнодорожных путей, поехали. Эй, полегче. Сиди и не молчи там. Я так понимаю, там в багажнике этот чувак, которого мы похитили. В крайней серии за Тревора, когда играли. И теперь к железнодорожным путям. Че, он убить хочет, что ли? Эй, что происходит? Ты кто?
Я тот, кто доставит тебя из пункта А в пункт Б. Пункт А — багажник этой машины, а Б — чудовищный сценарий по моему выбору. О боже, прошу тебя, нет, у меня есть деньги, много денег. Хорошо, что сказал, Эл, я их заберу, когда мы закончим. О, черт, черт, пожалуйста, отпусти меня. А я-то думал, ты что-то крутой парень из боевика. Так, продолжай движение к цели, чтобы убить Эл Динал, или остановить автомобиль, чтобы освободить его. Смотри, мы можем его освободить, можем его убить. Но если мы его освободим, то... Пожалуйста, прошу тебя, я сделаю все, что угодно. Видишь, ты отличный актер, нечего слушать всех этих кинокритиков. Это сумасшедшие старые что-то англичане. Здесь только ты и я, миллионах. Эти двое тебе понравились? Они не безобидные, эти долбанные салонные игры. А что эта женщина так не заставила меня делать? Ты везучик, с пожилым женщинам нужно обращаться нежно, как с хорошим сыром. Иногда корка лучший кусок. Чего ты хочешь? Машины, наркоты, как насчет произведения искусства? У меня так вещи произведения искусства. Нет, это тебе вряд ли нужно, сука. Мы с тобой едва знакомы, Эл, а ты уже судишь о моем культурном уровне. Я считаю, что это очень оскорбительно. Если мы его, короче, отпустим, то он полюбасу заявит в полицию, полюбасу за Тревором будет охотиться, вот. Так что нужно, я думаю, нужно убрать его. Чизбургер, холодное пиво, чтобы ты заткнулся нахрен, всем остальным я доволен. Сколько они тебе платят? Я заплачу вдвое. Они мне ничего не платят. Тогда зачем ты это делаешь? Первый, я плохой человек, второй, я понимаю, что любовь может выражаться в разных формах. И третье, самое важное, ты видел наши лица. Я уже один раз ошибся, не спрятав концы в воду. Вот, о чем я и говорил. Я не скажу ни одной живой души, обещаю. Мы оба знаем, что ты сразу же побежишь в полицию. Ни хрена не побегу, клянусь, я могу прямо сейчас дать тебе 10 тысяч долларов. Ни хрена, он заговаривает зубы, тупо заговаривает зубы, короче, нет. Мы его сейчас под поезд. Что это за запах? А ты как думаешь, я до смерти напуган. А что, он обосрался, что ли? Так, хорошо. Пропустил поворот. Что там, обосрался реально, что ли? Опа, стоп. Сейчас мы сделаем из него звездную котлету. Остановите автомобиль на пути. Все, пока. Выпусти меня! Нет! Ну я маньяк. Ты психопат, мать твою! Ни хрена ее унесло просто. Джок, мы жутко переволновались. С прискорбием сообщаю вам о кончине мистера Эл Динаполи. Авария на переезде, все произошло так неожиданно. Как он мне нравился, мы всегда будем помнить его, каким он был по телевизору. До того, как мы с ним встретились. Никто из нас с ним никогда не встречался, конечно же. Ну что ж, наслаждайтесь остатком отпуска. Окей. Ну, вот такие вот мы маньяки. Не всегда же быть добрым, как говорится. Так, нужна тачка. Нужна тачка, и мы отправимся с вами... Куда же мы отправимся? В принципе, мы недалеко от бойни. Нужно отправиться и на бойню. Почему нет? Отправимся на бойню, а потом пойдем, короче... Что за дерьмо-то ездит? На этом корыте я уже наездился, не хочу больше. Что-то, блин. Одни куски катаются тут. Вон, возможно, нормально. О, кролик! Стой! Спасибо. Я на время возьму твою машину. Тест-драйв! Неожиданный тест-драйв машины. Срочно нужно протестировать вашу тачку. Тоже как-то, блин, не знаю.
Еле едет. Ну, ладно. Лучше, чем ничего, как говорится. Так, ладно. Сейчас мы по бырику мы доедем до бойни. Покромсаем там кого-нибудь. О, розовый. Розовый ящер. Стой, или пулю получишь. В смысле, кому там? Чё? Опа, 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 опа. Рамсы. Ну-ка. Стоять, 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 стоять. Рамсы, рамсы, рамсы. Я хочу тебя убить. Ой, погоди, он еще живой. Все. Пиум только. Ой, какой живучий-то. Руки вверх, встать на колени, живо, только шевельнись, я тебе мозги вышибу. Спасибо за помощь, приятель, но дальше я решу сам. И в отчете мы, пожалуй, об этом писать не будем. Все, спасибо. Говорит Льюис, подозреваемый задержан, нужна помощь, прием. Сэр, я вынужден просить вас уйти, это место преступления. Окей, хорошо. Не стоит благодарности. Не стоит благодарности. Это снова люди, держи помощь, подозреваемый опасен, срочно требуется помощь там какая-то. Че, все правильно? Я правильно делаю или что? Или надо подождать? Точно помощь не нужна, эй, офицер! Да я думаю, они сами справятся, короче. Все. Он сказал спасибо за помощь, и все. Дружище, забирайся на заднее сиденье, тебе предстоит поездка в страну дерьма. Погоди-ка. Не кажется ли это... У меня все под контролем, пожалуйста, покиньте территорию. А, да? Ну ладно. Может это не полицейский, может это какой-то маньяк? Ладно, хрен с ним. Кому-то я все-таки помог. Будь то полицейский, будь то маньяк, короче. ХЗ. Будем считать, сделали благое дело. Одного убили, другому помогли. Все. Моя душа чиста. Lucky miss. Нифига такие антенны просто смачные. Да. Нужно бойню выполнить. И попробовать отправиться в сюжетку. Хотя бы одно задание. Я надеюсь, успеем это сделать по времени, если. Если, конечно, сейчас опять не что-нибудь по дороге не появится. Подвести кого-нибудь. Как ту тетку, помнишь, да? Подвезли, и она сдохла. Просто. Возле дома. Ну чё, ё-моё, чё так долго-то? Чё так далеко-то? По карте, когда смотрел, казалось, не так далеко. Либо эта машина так медленно едет, что кажется, что я уже, блин, год целый по этой дороге катаюсь. Наставили тут деревьях всяких. Ну, ё-моё. А, все, ну почти. Ну хорошо. Ладно, уговорил. Больше не ною. Хорошо. Так, окей. Что у нас здесь? Давай припаркуримся. Какой-то, короче, смотри. Так можно резьбу? Не могу, это же гайка, чувак, просто переверни ее. Эй, что вы здесь делаете, гражданин? Я спрашиваю, что вы тут делаете, гражданин?
Ничего. А, прошу прощения, вы, видимо, турист. Из северных краев, оттуда? Да, мы так вообще не говорим. Откуда, оттуда, оттуда, оттуда? Давай, эй, откуда, мать вашу? О боже, это простой легкий акцент, ясно? Совсем незаметный, противник у нас посторонний. Бойня. Атакующих солдат, да ладно. О, еще и смотри, с чего. Охренеть. Вообще, это было красиво. Это было красиво. Это тупо было красиво. Так, ладно, повторить. Ладно. Теперь знаем, машины лучше не взрывать перед собой. Куда побежали, малыши? Ну-ка. Воздух, мать твою, воздух. Воздух. На, держи. Готово. Бах. Ну-ка. Кто хочет отведать еще горяченького? Вон, я вижу, катится. Да что ты? Блин. Бах. Все. Шикардос. Ну-ка. Где еще? Ух, смотри, целая армия едет. Бах. Ну это такое, знаешь. Просто жестко. Жестко. Танк, ёб твою мать. А чё он не взрывается? Ты взорвешься? Танк. А танк можно взорвать этой хернёй-то вообще? Бах, бах, бах. Ну. Или он все? Он сдох. А, танк все, взорвал. Окей. Ни хрена себе такой вообще. Подъехал. Куда он исчез? Это какая-то новая разработка, что ли? О! Кто там прилетел? У меня обугленная машина с места сбила. Ну-ка, прекращай. Все, 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 разбежались. Сколько мне надо было взорвать-то, убить? Я уже 37 накрошил. Ну, кто еще? Ба! Хорошо. Еще танк! Бах! Давай быстрее перезаряжай, ну! Это ж танк! Тут нельзя стоять на месте. Вот он сейчас как лупанет, так лупанет. Все. Кобзда ему. Бах! Я служил в ВВС и защищал страну. Ясно, понятно, да? Вон там еще едет. Кое-как катится. Ну-ка, кто еще? Где? Бах. Да блин, не в ту. Вот так. Бах. Хорошо. Ой, а че вы так близко-то подъехали ко мне? Бах. Разбежались. Прыгнул прям на бомбу. Бах. Шикардюсь. Шикардюсь. Не долетит, да? Ну ладно. Ну и хрен с ним. Да ладно, или взорвал, нифига себе. Блин, это... Надо было посмотреть. Это было, наверное, красиво. Ай. А, ну бойня пройдена. Все хорошо. Смотри, и военные такие засали и убежали. Ха-ха. Окей. Нифига накромсал. Ну, вот это было так. Такое, знаешь. Чисто. Так, ладно. Времка пока есть. Времка пока есть. Еще одна бойня появилась. Ну, ладно, пока не будем. Поехали, короче. Поехали по сюжетке пройдемся. А то мы так, короче, и не дойдем до сюжетной линии. Сюжетку пройдем, а с бойни уже начнем в следующей серии под за Тревор, как будем играть. Только ехать вообще пипец, наверное.
Может какой-нибудь джипарь взять? Или мотопедку? Блин. Я бы что-нибудь только побыстрее взял, чем вот этот драндулет. Смотри, он ни хрена не едет. Ну-ка. Эй, парень. У тебя машина нормально рвет? Ну-ка, дай проверю. Я думал, что под трактор как киданет. Да, спасибо. Блин, вот этот джипарик такой покруче, да, чем... О, вот этот вообще. Покруче, чем у Тревора. Ну, как бы, по крайней мере, выглядит, да, такой прям мощнявый. Затюнить его вообще будет крутой. Так, пошли вон. Вон тот еще такой вот, типа, как его, Range Rover, наверное, или кого там, как его зовут. Тоже, наверное, неплохой. Ну, это чисто такой вообще. Погонять на рыбалочку. И рулится, в принципе, неплохо. На. Дал аж просто на багажник заезжает просто на машину. Нормуль. Нормуль такой. Джипарь. Кто катается тут на этих, на гоночных машинах. Привыкли, короче, по ровной дороге ездить, да? Лоб просто подскочил. Хорошо, нормально. Пойдет. Опа, 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 опа. Чувак, тебе повезло просто. Ух ты, это что, белый гелик? Слышь, что ты там давишь-то, а? Ты что, вообще опух, а? Ты что, а? Пощи, что ли, а? Ты понял, с кем связываешься, это ублюдок, а? Утырок. Давит еще меня тут. Он врезался, я еще. Вышел, поговорили бы просто. Тут давит. Давилка херова. Давилка еще не выросла. Давить. Все, у меня теперь джипарь без окон, без дверей. Хотя с дверьми, но без окон. И капота. Ой. Утонул в этой, в дороге. Все, приехали. Где там вход-то? О. Все, тетка, не ссы, я паркуюсь так. Я так паркуюсь вообще. Эй, мэн. А, Тревор. Тревор, это... Что, Тревор? Тревор, хороший парень. Почти как родственник, верно же, Флойд? Верно, точно, да, Тревор. Дело вот в чем. У меня было мало женщин. Найти подходящую тяжело. А, Дебра, мы хотим пожениться. О, это чудесно. Но я боюсь, что она меня бросит. Но это ведь ее дом, тут все это секс. Мистер Малина. Эй, мистер Малина погиб смертью храбрых. А в процессе достал огромное удовольствие одинокому человеку. У меня не очень большой член. Девушки смеются, когда его видят. Ну-ка, покажи. О, нет. Покажи, кореш. Не хочу. Ну вот, смотри, в моем нет ничего особенного, но с задачей он справляется. Легче стало? Ладно, Уэйд говорит, что ты в порту работаешь. Да. Посмотри на меня. Сэр, вы не могли бы убрать свой шланг? Боже мой. Да, я работаю в порту. И? Там есть что-нибудь интересное для таких людей, как я?
Ну, я не. Не знаю. А что вы за человек? Я тот самый человек, Флойд. Тот самый. Так, давай-ка все вместе переоденемся. Ты, Уэйд, и твой маленький Брэнд Спойд. Давайте прокатимся. Джентльмены, врата в Америку ждут нас. Рон, у нас есть человек в порту Лос-Сантоса. Я отправлю тебе кое-какую информацию. Хочу, чтобы ты помог мне составить план. Понял, Ти, мне так не хватает. Так, сядьте в пикап. Окей, короче, у нас получается... Тревор начинает... Ну чё ты там, блин? Не можешь залезть, что ли? Тревор у нас получается, короче, начинает мутить какую-то... дичь, короче. До пирса 400. Так, ты там не вылети, смотри, держись, короче, крепче. Поедем с ветерком. Так, короче, читайте. А я поехал. Чё, блин, там? Просто хором. Хор какой-то. Хор боязливых людей. Опять туман. Я ненавижу туман, короче, в этой игре. Ни хрена вообще не видно. Дождь еще куда ни шло. А вот туман... Твою мать. Ну где этот пирс? Где этот пирс? Лё, как он далеко забрался. Ты не мог бы найти работу, блин, рядом с домом? Твою мать, вот надо было мне еще врезаться. Да пошли вы. Разъездились тут. Я спешу. На работу опаздываю. У меня обед закончился. Sounds like them. So there's a private militia in the port. А, даже так, да, смотри, открыли дверь. Go park and get the dispatch. Блин, слишком узкие ворота ты поставил тут. Иди нахрен. Поп, ПКП. Все, приехали. А вот и босс, мне нужно отметиться. Запомни, Флойд, все может накрыться очень быстро. У нас утечка отходов, и у меня есть место в команде уборщиков. За горячий обед, Уэйд, готов на все. Сынок, надеюсь, у тебя крепкий желудок? Заходи. Так, следуйте за Флойдом.